Грант на общественные туалеты планируют получить ивановские активисты. Региональный хаб сообщества Global Shapers направил заявку на участие в международном конкурсе социальных проектов на тему гендерного равноправия от компании Procter & Gamble. Всего предприятие разыгрывает 5 грантов. Мы подумали о том, где в Иванове люди чаще всего сталкиваются с гендерным неравенством. И пришли к выводу, что, наверное, самым таким посещаемым местом, одним из самых посещаемых мест женщинами с детьми в Иванове являются наши 2 городских парка. Это парк Степанова и парк 905 года. Но несложно догадаться, что условия гигиенические, да, с которыми женщинам с детьми приходится сталкиваться, достаточно такие сложные. Размер гранта, на который претендуют ивановские шейперы, 20 тысяч швейцарских франков. На рубли это 1 миллион 200 тысяч. На эту сумму можно установить 2 современных общественных туалета. Они должны иметь все необходимые вещи для того, чтобы женщины с детьми чувствовали себя там комфортно. То есть это непосредственно и сами уборные комнаты, да, и сменные столы для смены одежды для ребенка, автоматы с гигиенической продукцией для женщин. Вот как бы эти 3 элемента мы видим критически важными для таких туалетов. По задумке авторов, эти современные уборные должны быть бесплатными. Если все сложится удачно, после постройки объекты передадут на баланс города. Сами шейперы считают свои шансы на успех довольно высокими. Из России заявок на этот конкурс больше не поступало. Ивановцы пока единственные. Выйдет ли необычный проект в финал, пока остается загадкой. Жюри отбирает заявки очень тщательно. А предварительные итоги подведут в конце апреля. Мария Попова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.